Здравия желаю. Я уже показывал тип такой, нерцевой. Значит, подключено на 0,1 на 0,4. Но это отличается то, что здесь 2 в 1. То есть подключаем, видите, подключаем вот это вот возбуждение, 3 ватта всего. Это я вчера показывал. И на инерции оно еще выдает напряжение. Видите? Минимально, сейчас посмотрим, 3 где-то, минимально 3, то есть от 3 до 11, как видите. Потребление тут, сейчас вам скажу. У нас 11 вольт максимум, да? Потребление разделим. То есть мотор на 460, 12 тысяч оборотов. За счет оборотов он развивает скорость. За счет оборотов развивается скорость, инерция, и видите, и получается еще ток. У меня было то же самое, но не было, ставил или второе, прикреплял мотор с магнитами. То есть не было запи... А тут получается вот в этом, в одном сразу 2. Он и крутит, он и ток дает. То есть он крутит, а когда отключается на 0,4 секунды, он выдает тока. Вот так показывается. От 3 до 7. То есть, а потребляет он, сейчас вам скажу. Так. 460 разделим на 20. 23 ватта деленное. 23 ватта деленное, значит, на 4, потому что раз 4 секунды. 6, 5, 75, 6 ватт потребляет, плюс потребляет это самое возбуждение 3 ватта при такой схеме. То есть 8, 6 и 3, 9 ватт. А сколько же он выдает? Сколько выдает, считайте, значит, 11 и минимальная 3, плюс 3. Ну, скачет, то есть обратный ток идет, поэтому напряжение скачет. Затухает, вот возбуждается, но не меньше 3 и не больше 11. И значит, получается 14 делим на 2, 7. Четырнадцать делим на 2. Будет 7. Да елки. 14 делим на 2. 7 вольт. Это значит 220 разделим на 7. 31 и 42. 460 разделим на 31 и 42. 14,6 вольта 5 раз помножим на 5. 73 ватта, а потребляет 9, разделим на 9, помножим на 100. КПД такой системы, видите, 813%. Схему я давал, только добавляется
Кому надо, я могу и послать, если кто заинтересуется. Потому что рисовал уже много с кем.